способен выполнять такой чудовищный объем оборонительной работы. Я не говорю по функционалу, а по психологии, по восприятию. Но там целая группа ярких игроков, которые... А как это называется? Собственно говоря, это классический американский барбекю. Low and slow. Чем ее отличие? Оно длительное приготовление на слабом огне. Мы ее вначале коптили. Это было придумано американцами, еще первыми переселенцами, когда им негде было готовить. Они просто вырывали яму, туда клали разогретые камни, закладывали мясо, засыпали сверху. Ну и, соответственно, технология переходила все дальше и дальше. Это можно делать в специальных агрегатах. Ну и сам в том, что можно взять перчатки, да, потрогать, то есть вот она, вот свиная шея, вот она, сука, она прям проваливает. Сохрани все свои соки, ну вот, ну и есть такие специальные конкурсы. Росомахи. Да, и что? Огонь! Растрепался. Ну и подавать мы это сегодня будем салатом коулслоу, салатом из печеных овощей, а само мясо будет соусом барбекю. А сколько это подносит? Можно его сразу забрать? Надо посчитать. Пятихатка. Долларов. Просто поднос без мяса. Просто поднос. Ну, облизать соус. Хлебушку. Протереть так. Так, у нас есть первые три порции. Это чьи? Вот. Счастливые обладатели первой порции. А потом так еще... осторожно относитесь, смотри, да? Еще на нас попробуем. Да. Ждем 30 нет, минут. Давайте сделаем так. Давайте вот дегустационные, да? Кто первый хочет попробовать? Кидай! Костян, с Богом. Не, пахнет очень вкусно. Тем более, что на 61-й минуте давай. Вот, какой нежный. Плотного, да, нового ничего не выдающегося. Ой, вкусно. Антуана Гризмана, Фернандо Муслера выронил буквально мяч себе. Ой, вкусно. Андрей? Оператору. Смотри, НЛО. Страна начала. Ой-ой-ой.